Добрый день! В данном видеоуроке я покажу вам, как интегрировать наш сервис с трекером Keytar. Итак, у нас уже установлен сам трекер. Давайте перейдем в раздел «Обслуживание», выберем «Интеграция», выберем «Hide-click» и укажем здесь наш API-ключ. Нажмем «Сохранить». На этом интеграция завершена. Давайте создадим тестовую компанию. Назовем ее «Тест». Давайте создадим поток. Первый поток будет white, он будет перехватывающим. В фильтрах выберем наш. Выберем white. Действие. Показать текст. И пусть будет отображаться текст white. Создадим еще один поток. Он будет обычным. Offer. Здесь уже не нужно добавлять наш фильтр. Здесь вы можете добавить фильтры распределения по гео, либо по устройствам, либо еще что-нибудь, что вам необходимо. Сделаем отображение странички и назовем offer. Нажмем сохранить. Создадим поток. Ссылка нашего потока. Давайте проверим. Как видим, мы попали на офер, потому что мы зашли с реального адреса. Теперь давайте включим VPN. Подключимся. Обновим. И как мы видим, мы попали на white. Если мы отключим наш VPN, и снова обновим страничку, мы снова попадаем на офер. Мы рекомендуем добавлять нас в качестве white потока перехватывающим. На этом потоке мы отсеем все, что необходимо, а дальше уже будет отображение на офер. Также вы можете здесь добавить, например, фильтры Keytar. Например, выберем здесь bot, то есть либо Keytar определяет, что bot, либо мы. Таким образом тоже будет фильтроваться. Только не забывайте ставить здесь фильтр или, потому что часто ставят по дефолту и это приводит к неправильной обработке трафика. На этом видеоурок можно считать законченным. Спасибо большое за внимание. Всем профита.